Дед Мороз пришел поздравить с Новым годом Алену Фомину и ее сына Никиту, который рассказал дедушке стихотворение и получил сладкое угощение. В качестве подарка маме зимний волшебник вручил новую инвалидную коляску. Алена Фомина год назад после падения с 12-го этажа перенесла сложную операцию на позвоночнике. Передвигаться по маленькой однокомнатной квартире на старой неповоротливой коляске было очень сложно из-за ее больших размеров. Теперь станет гораздо удобнее. Это супер мощное передвижение. Я как будто как бабочка порхать теперь стала. Она такая, она маленькая, компактная, удобная. Ну, прям чувствуется, что мне в спине стало легче вообще. Я прям могу здесь танцевать на этой коляске прямо дома. Спортом же занимаются на коляске, я теперь тоже могу заниматься на этой коляске. Теперь Алена Фомина может свободно искупать сына. Раньше ей приходилось делать это в тазу на кухне, потому что старая коляска не проходила в дверной проем ванной комнаты. Никита очень заботится о маме и стремится помочь ей во всем. Даже хотел принести инструменты, чтобы самостоятельно собрать новую коляску. Исполнить заветное желание Алены удалось благодаря участию одного из благотворительных фондов. Его руководитель Светлана Полдомасова узнала о судьбе Алены благодаря проекту «Обернитесь» на телеканале «Самара ГИС». Сегодня произошло очень важное событие в жизни этой маленькой семьи. Благодаря этой коляске, это такой, может быть, она небольшая помощь, да? Алена сможет сама заботиться о ребенке, сможет возить его в садик, сможет ходить в магазин, передвигаясь на этой легкой коляске. И эта цепь таких событий разорвется, разомкнется, и у Алены впереди ждет светлое будущее. В дальнейшем Алене окажут помощь в реабилитации, чтобы она смогла встать на ноги и самостоятельно отвезти сына в школу в первый класс. Максим Магомедов, Василий Колдашов, «События».